Всем привет! А мы продолжаем изучать лучшие зимние ароматы, и на этот раз решили погрузиться в таинство нишевой парфюмерии. Встречайте пятерку зимних композиций, о которых говорят либо хорошо, либо восхитительно. Восточный аромат Том Форда «Орхид Солей» отличается своей древесной сладостью и довольно непростой композицией. Он как настоящая женщина, очень капризный и очень красивый. С ним шутки плохи, и гарантии, что вы влюбитесь в этот аромат с первого пшика, нет. Это пьянящая сказка, которая напоминает раскаленную на солнцепеке ваниль, туберозу и красный перец. Именно контрастная погода. Очень сильный холод и ветер играют на фоне этого страстного и горячего парфюма. Предупреждаем, Орхид Солей и правда очень специфический аромат, поэтому его нужно покупать только предварительно протестировав и отдав ему свое сердце. Никаких покупок, следуя отзывам и форумам, только личный затест. О его особенностях также можно судить и по нетривиальным нотам базы. Взбитые сливки и каштан дают жару в этой композиции. Но кто не любит аромат свежей ели, особенно зимой? Кипарис, сосна и другие хвойные являются мощнейшим афродизиаком, поэтому нишевый шедевральный тизиана Терензи не намекает, а говорит прямо, экстаз вам обеспечен. Аромат довольно брутальный, с сильной мужской базой, но отлично подойдет уверенной в себе девушке. Он имеет очень густую дымку из ладана, так что приверженцам этой ароматической смолы определенно придется по душе. Киллиан – это всегда шедевр, всегда любовь и всегда страсть. Конкретно этот аромат напоминает согревающий холода пряный глинтвейн. Кардамон, роза, лимон и кориандр не оставляют ничего, кроме как погрузиться в этот аромат целиком и полностью. В нем вы найдете ноты дорогой древесины, растертую кожуру лимона и чуть слышимую горчинку розы. Сложный аромат для тех, кто не боится заявить о себе и любит стойкие шлейфовые запахи. Семейство Монталь богато на дюжину ароматов, которые достойны нашего внимания. Всегда очень стойкий, сложный и шлейфовый. Если Монталь западает в душу, то это навсегда. Эту зиму советуем провести в обнимку с флаконом Монталь Атар, что с турецкого означает «эфирное масло». Этот парфюм порадует поистине искушенные носы, в нем преобладают согревающие ноты. Это образцово-восточная композиция, она как шелковый палантин, который приятно обволакивает. Юная полураскрытая роза дает чуть слышимую кислинку, которая отлично вписывается в этот древесный и смолистый аромат. Знаменитый бандит в классическом черном флаконе порадует своей непохожестью на привычные ароматы. Кожаный, земляной, я бы даже сказала животный. В нем вы откроете прекрасный коктейль из шипровых и цветочных нот. Многие говорят, что главное в нем это перетерпеть старт. Дальше вы видите красоту. Будет там и зелень, и дымность, и горечь. Бандит – это настоящий лакомый кусочек для любителей сложных и противоречивых ароматов. Если это видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте палец вверх. А в комментариях пишите ответы на какие вопросы, связанные с нишевой парфюмерией, вы хотели бы видеть у нас на канале. Пока-пока!